Всем привет. привет! Сегодня мы будем кушать роллы, которые сделала мама своими золотыми ручками. Да? Да, золотыми. Как могла? Сделала запеченные. Тут у нас кукурузка. И роллы такие маки попыталась сделать с крабовым палочками, свежим огурцом, курица копченая. Тут еще есть у нас, что у нас еще есть? Авокадо. Икра копчененькая тут лежит. Тут у Наги все полила. Там где-то у Наги полила. Ну, не все. Делала без циновки. Как оказалось, циновки дома нет. Делала пакетом. Так уж, так-то... Вроде ничего получилось, но все равно кривоватенько. Оно запеченный красивенький под шапочкой. Так, так что давайте будем пробовать. Давно у нас не было. Всем приятного аппетита, кто будет с нами кушать. И всем счастья, здоровья нам тоже. Мы давно уже не снимали видео. Я всячески пыталась закрыть свои болячки, больной вид. Вроде получилось. Вот. Тогда мне бы вот вилочку. Как я буду левой -то рукой есть? Мне же неудобно. Mm -hmm. Давай. Тебе mm -hmm. вот удобно, мне неудобно. Так. Вот эти вот открытые я вообще первый раз. Ну, в смысле, рисом внаружу первый раз пробовала. Напиваем газировочкой, тархуном. Приготовить поэтому. Они у меня развалились соответственно, конечно же. Mm -hmm. Как вкусно, аккуратно. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот эта шапочка, это это икра, которая продается на бутербродике для намазывать с лососем. Я добавила туда сыра, соевый соус и остренький соус. И вот сюда. Здесь подкопченая икра. Тоже майонез, сыр натерла. Такой хорошенький сыр. Попробуй с авокадо. Попробую. Авокадо вон А С соевым соусом, кстати, вкуснее получается. Игра чувствуется да так нормально. Есть вроде можно. Мы сейчас еще покушаем и пойдем к Маше. Хотим привести ей тоже ролики. Они, в принципе, все однотипные. Ну, там крабовая где-то, где-то копченая курочка. Где-то овощи. А это вообще бомба. Мы хотели сделать с но рыба далеко продается у нас, такая хорошая, вкусная, на развес. Далеко надо идти. И Ваня не пошел. И, в общем, получилось, мы приготовились из того, что было. По больницам ходим, ничего не помогает. Ваня очень сильно кашляет. Я вообще ужасно тоже кашляю. Заложенность в носу по сей день. И что интересно, врач, вот я пришла повторно на прием, она даже на меня не посмотрела, не послушала. Я сидела на расстоянии полтора метра от нее. И Ой, продолжайте лечитесь. Все, я ушла. Она не продлила. Просто давайте помогу. Видишь, Риста разваливается. я ушла. Думаю, ну что делать-то, нос-то у меня заложенный. Спать-то невозможно. Пришла в аптеку. Кусача. Вообще бомба. В аптеке объясняю ситуацию. Говорю, ну не могу я спать. По сей день кашляю. До сих пор нос заложен. Утром просыпаюсь, все в носу рот сушит. Гор. Горло не так сильно болит, но болит, извиняюсь. Она мне сказала, так вы попейте, тогда вот это, вот это. Закапайте вот то, это, вот это. Я купила. Сходила. Начала сегодня капать. Красота. Намного лучше стало. Я думаю... Скоро к врачам будем ходить только за больничным, а вообще, чтобы выписать какие-то лекарства, можно спокойно ходить в аптеку. Там все вам скажут, расскажут лучше, чем врач. И в очереди стоять таких не надо сидеть, как в кабинет. Ой, вообще. Ой, а Маша-то у нас Маша, кстати, ребята. Ну, мы сегодня сходим, я надеюсь, влог снимем. Получится. Маша, помимо того, что ходит еще на волейбол, отработает свои предприятия. Еще пошла в бассейн. Там какой-то конкурс у них был, надо было плавать. Начальство ее выдвинуло, давай иди, иди. Маша не хотела, но согласилась. И, в общем, она сходила, не знаю, как его взять вообще. Она сходила, я говорю, мама, она еще так издевалась, она давно, мам, ты что, я плавать не умею, я только нырну и сразу на дно бревном пойду. Я так переживала, думаю, Машка, ну как ты плавать-то будешь? Она говорит, ну ничего, утону, достанут. А в итоге я такая жду, сижу, ну следующего дня что там попалась косточка, а от, от копченой курочки, харесьчик. Жду следующего дня, звоню ей, а нет, я ей написала, я говорю, ну что, Маша, как проплыла? Она говорит, последняя приплыла. Я говорю, ну в принципе ожидаемо, что делать-то? А она мне такая говорит, мама, ты что реально в меня так не веришь? А я говорю, а что случилось? Она говорит, я вторая приплыла. Я вообще где сидела, там упала, легла. А, думал, думал, вот так вот катилась, покатилась я по воде. И прикатилась. Она из шести человек заняла второе место. Молодец. Вообще. А еще она сейчас работает лаборантом. Но начальник говорит, я нашел тебе работу на постоянное трудоустройство. Ну, я надеюсь, что уже, ну, все, ну, хватит ее мурыжить, а. Она говорит, уже, мама, точно, сейчас немножечко осталось поработать. И с восьмого, седьмого, я, говорю, на постоянно. Ну, единственное, что должность будет другая. У нее должность будет другая. И зарплата еще больше, чем сейчас. У нее и так зарплата сейчас больше, чем у меня. А там вообще будет. Я вообще в шоке. Ванька школу закончил. Слава тебе, Господи, неделя покоя. Она уже скоро закончится. неделя покоя скоро закончится. Уже третий, мама. Еще три дня, и все. Скоро в школу. Да. Да, кстати, тут на больничном сидела, и мне что-то в рекомендации попало мое старое видео. Знаете, кто-то написал как-то в комментариях, что мы раньше другие были. Я посмотрела старое наше видео. Даже где мы вдвоем сидим. С Ваня. Угу. Там как-то мы попроще, что ли, полегче. Сейчас жизнь, видите, такая сложная, что меняет людей. Работа, вот это вот все... Настолько загружает человека. Да еще вот это вот положение в стране, в мире портит настроение, что просто вообще кошмар. Катастрофа. Мне вот эти вот понравились Мне Су тоже. сунаги, да? Нет, сунаги я такие не пробовала. А ты без унаги попробовал? Да. А ой, терияки, что я говорю? Это терияки у меня соус намного, да, были проще. Ну, а что делать? Жизнь такая. Куда? Как без этого? Все время ведь улыбаться не будешь. Мы такие... Такие есть. Проживаем с вами жизнь. Рассказываем свои ситуации какие-то жизненные, да? Делимся опытом где-то что-то там. Хотя опыта, господи, у меня... мы живем реальную жизнь на нашем канале. И как некоторые, вот, нету настроения, нечего снимать. А вы понимаете, в жизни это не всегда все хорошо бывает. Мы показываем и то, и все, и это, и пятое, и десятое, как оно бывает на самом деле. Притворяться, что мы идеальные, что я идеальная мама, нет. У меня очень много тоже грешков. Сын у меня не идеальный. Ну, любименький. Самый лучший. Самый лучший, мой хорошенький По для мамы. Он для меня вообще. Он мне говорит тут недавно, лишь бы ты улыбалась, лишь бы ты счастлива была. Я думаю, батюшки ты мой. Ну, когда она косячит, люляндри получает только так. Я привык. Даже когда я не виновен. Да, это вчера было. Я циновку потеряла. Как давай на него? Я мне мою ценовку ты сейчас и про соус говорила всего сегодня еще там не но говорила. вчера же мы с тобой начали опять ругаться mm -hmm. мы поругаемся тут же миримся где моя ценовка я знаю что он обманывает я знаю что он может взять мои вещи без спроса но он ревет ищет ее я ее не брал зачем она мне нужна я говорю ты мне все время так говоришь mm -hmm. Потом в итоге находишь, приносишь. И тут он ищет, ищет, я ищу, ищу. Мы не можем дойти эту ценовку. И тут у меня в голову мысля такая приходит. А вдруг Маша взяла? Нам Маша позвонить. Звоню Маша. Я говорю, Маша, а время уже 10 часов. 10 час где-то вечера. Ну, я думала, я вчера сделаю вечером. И сегодня как бы сразу же встанем, в обед по, Снимем видео. А время-то уже знаете сколько? Раз не было ценовки, я сегодня делала. Я говорю, Маша, ты ценовку случайно не брала? Он говорит, брала. Я говорю, зашибись! А что, предупреждать не надо? У меня сейчас Ванька получил ни за что. Я так говорю, Вань, извини. Он такой говорит: Ой, моя радость, моя сладость, и грех и смех вообще. Ой. Ну, я извинилась. Давай. Только перед, перед извинениями опять чуть-чуть посолились, потом опять мирились извинились. Я же хожу зла из-за того, что я не могу вылечиться. Мне уже завтра на прием, я уже по-любому меня выпишут, как она сказала. Вы с утра приходите, потому что до вечера, вечера вам никто больничный не закроет. А я сижу, думаю, ни хрена себе, если меня завтра выпишут. А у меня все болит. Так я что, опять через неделю на больничный пойду? Ну... И, в общем, ребят, не знаю, что будет. Что будет, как оно будет, вообще без понятия. Смотрите, какой... Ой, опять микрофон задела. Вот такой, смотрите, какой красивенький, беленький. В наружу первый раз такой сделал. Я в основном делаю закрытые. Ну, мне тут и больше нравится. Когда норис в наружу. хотела еще сам летом сделать, но думаю, и так палиться надо успеть до Маши дойти. А какой бардак на кухне после того, как ты сделаешь эти роллы, это вообще катастрофа. Давай. Да. А Ваня, что Ваня все это играет, он даже ничего не видит, не слышит. Ну, <социсляет> не... Да. Да, я не гадался, 4 на 7. Ну, по крайней мере, я играю 23 на 7. Выпрямлю спину. А мы же это, папа денег Ване послал, это и это, мы сходили, купили Ване ботинки на зиму, в телеграм-канале скинула фотографии, новую шапочку мы взяли, вязаный ребенок, растет и всего вырастает, все мало становится, и кофту, тунику такую, ой нет, как она, толстовка, или худи, как их там сейчас называют, да. Хорошенькая такая. Он вообще ее не хотел брать сначала. Я его еле уговорила. Девочки нам под этот, в телеграм-канале написали, что очень хорошо, Ваня, бери. И только тогда Ваня согласился взять. Я до телеграмма согласился. Да, 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 да. Прожуйся и говори. Хотела что так ноги. Ну ладно. сочный, да, mm -hmm. Тут вот как прокусить, все съесть, а потом вот так вот сок. Mm -hmm. Болела очень сильно, вообще руки, ноги не поднимались. Ванька там сам себе кушать готовил, но он то более-менее там передвигал, я все э -э лежала. Поначалу Ванька мне даже кормил, кушать готовил, да? Поначалу. Когда я заболела-то уже только, под конец. только заболела. Я ее и под конец уже кормила. Короче, я вообще ничего не делала. Ваня меня кормил. Я купила там пельмени специально там всяких разных размеров и начинок, чтобы Ваня варил рожки с тушенкой, готовила я ему. Ну тут недавно только встала, начала что-то готовить. А так сил нет вообще, чтобы что-то варить, особенно снимать. Это, это, пока все настроишь. А надо же, чтобы все вкусненько было. Не только красивенько, не только красивенько, но и вкусненько, поэтому, знаете. Я уже запарилась этой. Снимать же не будешь. Картошку мы кушали тут с грибами. Маша все-таки донесла до нас грибы. А, с красноголовиками. Ягоды тоже. Угу. А куда они, кстати, пропали? Морозилка. Я их не видел. Ладно. Так что... Вот. Сегодня хотим к Маше съездить, еще обзор квартиры ее показать. Она вроде согласилась. Если не забудешь. А что, мы сейчас покушаем и пойдем? Знаю, мама, Соберем мама... роллы? Мама любит забыть. А мама, всегда забывает. Мама много чего забывает, да. Молодость не в радость. Дома уже старость. Мама уже молодая. Угу. Тебе еще сорока нет, а поэтому ты молодая. Угу. Скоро Маша юбилей. 20 лет. 20... 27 января. 20 тысяч будем ей дарить. Я не знаю, будет нас справлять, не будет? Подарками на двадцать на день рождения двадцать тысяч. Ты? М у нас же есть мамочка, да? Не знаю, не знаю. В общем говоря у нас кукуруза застряла тут в зубах мы почистили зубки. Нет не почистили еще, а я успела. Ладно будем заканчивать это уже хочется покашлять. Дорогие друзья спасибо вам огромное за комментарии, за теплые слова в телеграм канале, за вашу поддержку, за то что вы нас не теряете а ждете. И увидимся с вами, надеюсь, в скором будущем, на следующем видео. И всем пока-пока.